Смотри, что Катя делает. Всем привет, с вами Песенчик ТВ. Сегодня мы будем играть в Папулу, готовим кексы. Что для нам выполнить этот заказик, блин? Стоит ли выполнить нам этот заказ, и все будет прекрасно просто. Просто-напросто прекрасно. Еще один, блин, пришел. Так, нужно это самое. Как там кексы? Ой, они сгорели. Все горит. Печально. Пока я вам тут приветствие давала, уже все быстрее здесь всего сгорело. А я молодец. Я сделала такой закон. Фу, толстый дядька, фу. Толстый дядька. Так, собственно, продолжаю. Отнесем. Так, отнесем. Такая что это такое? Так, нужно зеленое выполнить. Главное внимательно смотреть. Все готово, давай. Ой-ой-ой, все пошло не так. Так, все так. Вот это. Так. Все сделали. Еще этого мало, чтобы папа слиплась. Вот так. Ты что? Чтобы папа слиплась совсем. Там еще печенье тут добавить. Все, готово. Пошел заказ быстрее, а то тетка обидится на нас. Она этого заслужила. Ой, я чуть стоп не нажал, потому что на паузу поставил, мне кто-то ВКонтакте пишет. Закрою. Вообще. А то пришлось бы переснимать. Как обычно я. Ну, у меня есть неудачные кадры. Зачем вам это выкладывать? Не буду я неудачные кадры выкладывать, там слишком мало чего записано. Вообще, зачем вам неудачные кадры? Да, собственно. Зачем я это только что сказала? Потихонечку, нужно все красиво сделать. Готово! Мне кажется, что я рукожоп какой-то. У этого чувака слепится жопа. У этой тетки попа слепнется, она мне радуется. Она меня смотрит, я блогер. И вот этот мне тоже лайки показывает, он меня смотрит, он меня обожает. А, строгая тетя пришла. Надо побыстрее заказе все сделать, а то она сейчас будет на меня орать. Быстрее, она же не любит ждать. Бам. Бам. Блин, что за фигня. Ладно, пока подожду. Итак, уже все готово. Мы это относим и тете подаем. Быстрее, ей надо красиво и все быстро сделать, окончательно, еще присыпки, еще, вишня, все готово, пошел заказ, чтобы ты мне радовалась, ты что, серьезно? Не любишь ждать мне. Угрожаешь мне. Это тетя мне угрожает. Она мне угрожает. Она мне ноль заплатила. Казан. Она казан. И точка. Казан и точка. Так, во что будем играть? А вот эту стрелялки я знаю.
Получи, ненавижу тебя. Вы мне еще в прошлой неделе должны были баксы отплатить. Вы у меня деньги забрали. Получите, гады. Гадина, блин. О, Билайн. Это кофта Билайн. Давай, все, уберись. Получи, все. Я не дам вам пройти, мимо. О-о-о, нифига себе, я их избила. Конец. Так, что у меня тут? Картина. Что еще? Вот это надо покрасить, все готово. Можем уходить, все. Готово. Я бы не прочь волосы сменить. Ну, не хочу пока что. Новый дяденька придет. Дядька. И еще какой-то кокос. Вон там бухают. Бухают. Мамочки бухают. А, он ничего не говорит. Круто! Пока подождем. А пока мы поиграем. Просто спать. Игра называется «Спать и ждать». А это не сдаться. А, вот так. Сдаться и спать. А дай мне сам. Не дам. Помогу. Иди давай. Ой, прости. Я хотела шагу поднуть. Ой-ой-ой, кексы горят. Кексы горят. Кексы горят лицо. Потом. Чё-то, подожди. Что все приходят? Надо закрыть булавку. Это приходил. Ну блин. Все пошло еще хуже. Я худший кулинарист. Хуже. И чтобы попа слиплась. Мне плевать, сколько он будет ждать. Кексы-то вкусные. Уи! Дождался. Опять этот дядя пришел. Ну ладно, пусть поедят меня. Либро. 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 Так, нам еще надо приготовить вот это. Вот это. Пам. Пам. Не хочу зажимать, пусть так останется. И вот так. Они поцелуются и поженятся. Это мой сок. Это мой сок. Кать, это мой сок. Отпусти меня. Дай. Это мой сок. Пицца. Он в кровати. Доставь. Черт, я поцарапалась за тебя! Катя! Я поцарапалась, отстань! Катя, попробуй сайку мне поднять! Отстань, я поцарапалась! Издевательство! Издевательство!
Давай! Давай, все, пошел. И все, пришли, все приходят и приходят. Слезы становятся, да, Катя? Нормально более-менее. А-ля-ля-ля. Де надо, либо. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мам. Де надо, либо. Либо, либо. Она меня обожает. Она смотрит мои видики и обожает ставить лайки. Это мне школьники ставят дизлайки. Это школьники ненавидят крутых блогеров. Да. Ой. Он меня смотрит, обожает. Обожают меня люди и ждут. Они ко мне приходят, чтобы поесть из моего кафе, ведь они меня любят, они подписаны на мой канал. Да. Строгая. Кто строгий приходит? Это школьники. Они мне отплачивают 0 баксов. Давайте ее выполним. Пам. Пам. Давайте сначала ее сделаем, потому что она строгая. Наш кот. Бам. И никто ко мне не придет? Конечно же нет. Окей, ждем. Горят, вот это горит. Лучше бы доставить поскорее. Чтоб она мне радовалась, эта школьница поймет. Она меня будет обожать. Эта школьница мигом меня будет обожать. Все, школьница. Пошла обожать меня. Я так и знала, ты школьница, ты обижаешь меня. Она обижает меня. Окей, сгорелые кексы ему тоже не помешают. Будет кушать горелые. Но я не хотела мстить, прости. Прости, я так же жестока к тебе. Прости, я не хотела тебе мстить. А, тебе кекс не нравится. Я знаю, ты меня обожаешь, просто не хочешь расстраивать, а я тут пошла вон. А я в шейтас вернусь. Ура! Я скоро вернусь. Итак, ребятюшки, я вернулась. Скучал ли тут без меня? Я думаю, нет. И один. Блин. Окей, надо сделать так, чтобы он промахнулся от особенно этот старик. Ты старик мой красивый. А там мы. Мне дали еще одну кофточку. Так.
Вот так. Ну, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.